В Свято-Духовском центре Александра Невской лавры Санкт-Петербурга состоялось ежегодное собрание волонтеров благотворительного фонда «Православная детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицкого. Главная цель миссии заключалась в том, чтобы нести любовь детям, которые лишены родительской и человеческой любви. Сегодня называют разные вещи любовью, но не понимают сегодня свойства любви. И апостолы говорят о том, что носите тяготы друг друга, и так исполнит закон Христов. Вот апостолы дали замечательное определение слова «любви». На сегодняшний день ведется плодотворное сотрудничество с 70 сиротскими учреждениями благодаря участию волонтеров, среди которых священники и врачи, преподаватели и люди искусства, благотворители и студенты. И их труд требует огромного терпения.